что ж, поехали. Хуже всех на старте у нас был напуск второй номер. И прямо за старт машины на первых метрах дистанции сбивается у нас Фантом Амок, которого мы так в очередной раз неудачно нахваливали. А лучше всех у нас принял пятый номер. Это Скид Марк и Иван Куцо с поля. На него поднакатывает Кристина Соколова. Вот, и, собственно говоря, между этими двумя лошадьми у нас образовывается вся завязка грядущего заезда. Подтягивается следом Лавиололо и Резво, 37 первое. Синий камзол Ольги Малышевой. Здесь же на четвертой позиции у нас «Лунная ночь». И кто-то очень здорово, по-моему, там припустил дальними колесами при выходе на противоположную прямую. Это Токинарди. Как раз тот самый Токинарди. Да, действительно, точно. От номера не видно, но это красно-желтый камзол Ольги Борисовны Исаевой. 5-4. Вот лидеры у нас по дистанции. Токинарди, идущий под четвертым номером. Скидмарк, идущий под номером 5. На третьей позиции Макс Файтер. Вот они, лидеры данного заезда. Где-то верста уже позади. Пока по ходу дистанции у нас все без изменений. Невероятно далеко сзади отстал напуск. Ну, старт у него не задался буквально с первых метров. Несмотря... 34, третья четверть. Очень прилично для этих лошадей. Финишная прямая. И, собственно говоря, как по всему заезду у нас было противостояние Токинарди и Скидмарк. Так оно и доходит до самых последних крайних метров дистанции. Ну что, не сдается Скидмарк. Вовсю при этом старается он у нас Токинарди. Но финишный столб все ближе и ближе. И лучше получается у Ивана Куцова.